В Новый год без долгов. Администрация Сургута полностью решила вопрос приобретения жилья для детей-сирот, уже ставших совершеннолетними. Заключены контракты на приобретение 69 квартир. 27 новых хозяев уже получили сегодня ключи в торжественной обстановке из рук главы города Вадима Шувалова. Средства на квартиры 124 миллиона выделил округ. Но дело в том, что в исполнении государственных полномочий входит финансирование жилья площадью 33 квадратных метра. В Сургуте таких квартир нет, поэтому Дума города, посовещавшись, добавила еще 43 миллиона рублей, чтобы каждому досталась полноценная однушка. Это примерно 44 квадрата. Новоселье виновники торжества будут отмечать в домах на улице Белецкого и Есенина. Полноценная квартира, которая абсолютно пригодна для проживания. Полностью сделан ремонт. Заходи и живи. Кроме этого, по доброй традиции застройщик укомплектовывает изначально эти квартиры необходимым набором мебели, который, я думаю, что молодым юношам и девушкам будет очень-очень кстати. Всего в этом году 33 контракта заключено и передано жилых помещений. В следующем году еще 36 в первой половине года также будет вручено для этих целей, для проживания лиц из числа детей-сирот.